Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы подробно расскажем вам про уход за американским стаффордширским терьером. Великолепный защитник, преданный друг и ласковый питомец. Все это об американском стаффордширском терьере. Собаке, которая может быть дружелюбной для членов своей семьи, но грозной для тех, кто может нанести ей вред. Насколько сложен уход за представителями этой породы? Какие нюансы необходимо учитывать при содержании американского стаффордширского терьера? Давайте разбираться. Для американского стаффордширского терьера крайне важны ранняя социализация и дрессировка. Без них во взрослом возрасте собака может быть упрямой и непослушной. Успех обучения представителя породы во многом зависит от того, как владелец поставит себя. Питомец должен видеть в хозяине лидера, но при этом не бояться его. Американский стаффордширский терьер не может без регулярных интенсивных физических нагрузок. Этим собакам важно иметь возможность выплескивать свое море энергии, чтобы оставаться в нормальном психологическом и физическом состоянии. Гулять с представителями породы рекомендуется 2-3 раза в день, минимум по часу. В каждый выгул важно включать элементы игр и дрессировки. Находясь с американским стаффордширским терьером в общественных местах, важно помнить, что у представителя породы сильно развит инстинкт защитника. Поэтому владельцам этих собак необходимо контролировать поведение питомца при появлении незнакомых людей. Если питомец почувствует от кого-то угрозу и хозяин никак на это не отреагирует, американский стаффордширский терьер может стать опасным для этого человека. Уход за шерстью американского стаффордширского терьера несложен, однако имеет свои нюансы. Собаку необходимо регулярно расчесывать специальной щеткой и купать по мере загрязнения. Также важно не забывать об уходе за зубами, когтями, глазами и ушами питомца. Важно следить за тем, чтобы питание американского стаффордширского терьера было сбалансированным и разнообразным. Специалисты рекомендуют кормить взрослых представителей породы 2 раза в день, утром и вечером. Из натуральных продуктов этим собакам больше всего придутся по вкусу говядина, телятина, яйца и субпродукты. В целом, американский стаффордширский терьер – очень здоровая порода, однако у этих собак есть ряд заболеваний, к которым они склонны. Среди последних – вздутие живота, дисплазия тазобедренного сустава, катаракта, глухота и артрит. Чтобы не допустить подобных проблем со здоровьем у питомца, его необходимо регулярно водить на осмотры к ветеринарному врачу. Уход за американским стаффордширским терьером несложен, однако имеет свои нюансы. Помните о них, собираясь завести себе представителя данной породы. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!